Открыты уже и уличные спортивные площадки. Идут сюда не только стройные да молодые. Все, кому не безразличен внешний вид и собственное здоровье. Многие часами осаждают тренажеры, будто проверяя себя на прочность. Евгений Жиров из таких, и он же яркий представитель группы риска. 65+. 74. И вы, по-моему, фору дадите любому из этих вот молодых, что за вашей спиной, да? Ну, которые вот это слабаки. Я по-честному скажу, они на физкультуру в школу не ходили. А он ходил. Так что подтянуться не один десяток раз, потом еще и отжаться, скажем, раз 30, для него сущие пустяки. На следующем этапе снятия ограничений в Ростовской области должны открыть фитнес-центр.